Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Для того, чтобы связать данный цветочек, делаем кольцо амигуруми. Кто не помнит, как вязать, есть видео на канале, оставлю ссылочку в описании. Так. Делаем 2 воздушные петли, накид, и в наше кольцо делаем столбик с одним накидом. Далее делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, вводим крючок в наше кольцо и вяжем 1 недовязанный столбик с одним накидом. Провязываем только 2 петли с нашего крючка, 2 петли оставляем. Далее снова делаем накид, вводим крючок в наше кольцо и провязываем 2 петли с нашего крючка. У нас остается 3 петли на крючке. Захватываем нить и провязываем их вместе. У нас получилось 2 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И повторяем, как сделали в предыдущем. Накид. Вводим крючок в наше кольцо. Провязываем. У нас 3 петли на крючке. Захватываем нить, провязываем 2 петли с нашего крючка. Снова делаем накид, делаем еще один недовязанный столбик с одним накидом. 3 петли на крючке, провязываем их вместе. Снова делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И повторяем то же самое. Не забывайте колечко подтягивать все время, чтобы не выскочила ниточка. У нас получилось уже 4 лепесточка. Снова вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И свяжем последний наш лепесточек, 5. Точно так же. Готово. Затягиваем наше кольцо. Вяжем. Снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и замыкаем наш круг, вводим крючок в макушку первого нашего лепесточка и соединяем соединительной петлей. Получился вот такой кружочек. Далее вяжем 2 воздушные петли. Один, два. И далее будем вязать в наши промежутки между лепесточками. Делаем накид и вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Делаем накид, вводим крючок в наш промежуток, делаем недовязанный столбик с одним накидом. 2 петли на крючке. Снова делаем накид. Вводим крючок в нашу арку. Делаем второй недовязанный столбик. 3 петли на крючке. Снова накид. Вводим в арку крючок. Недовязанный столбик с одним накидом. 4 петли на крючке. Провязываем их вместе. Получился как бы такой треугольник лепесточек. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И повторяем в этот же промежуток то же самое. Первый недовязанный столбик с одним накидом. Второй недовязанный столбик с одним накидом. Третий недовязанный столбик с одним накидом. 4 петли на крючке. Накид и провязываем все 4 петли вместе. Далее делаем 2 воздушные петли и вводим крючок в петлю основания вот здесь над нашими столбиками и делаем столбик без накида.
У нас получился такой лепесточек. Давайте повторим. Делаем 2 воздушные петли, накид, и в нашу следующую арку вяжем 1 недовязанный столбик с одним накидом, 2 петли на крючке, накид, 2 недовязанный столбик с одним накидом, 3 петли на крючке, накид, 3 недовязанный столбик с одним накидом, 4 петли на крючке, накид, и провязываем их вместе. Далее делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и в эту же арку повторяем то же самое. Первый столбик недовязанный с одним накидом, 2 недовязанный столбик с одним накидом, 3 недовязанный столбик с одним накидом. У нас 4 петли на крючке, и провязываем их вместе. Далее делаем 2 воздушные петли, и в петельку над нашими столбиками предыдущего ряда делаем столбик без накида. Получился 2 лепесточек. Также повторяем в каждую арку. У нас должно получиться 5 лепестков до конца ряда. Довязали до конца. Давайте закончим последний лепесток вместе. Мы уже сделали 2 воздушные петли и вводим крючок в петлю, из которой у нас выходила первая цепочечка. И просто делаем соединительную петлю. Далее давайте обрежем нашу веревочку и посмотрим на цветочек. У нас с вами получается вот такой вот цветочек. Очень быстро и просто вяжется, буквально за несколько минут. Можно навязать их разных-разных цветов, приделать их как брошки, как украшения на детские платьишки, на ободки. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Также добавляйтесь в группу ВКонтакте, там будут проходить разные конкурсы. И всем пока-пока!